я хочу вам представить преподавательницу, преподавателя народных танцев Арпине. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немножко о себе. Ну, обо мне. Я 6 лет уже, 7-й год преподаю в балет-академии, работаю как педагог народно-сценического танца. Здесь во Франции это называется характерный танец. Вот. Ну, закончила я училище в Грозном с красным дипломом. Работала там в театре Лермонтова, танцевала. Потом я танцевала в государственном ансамбле «Танцы народов мира» в Ереване, после чего я уехала в Москву, поступила в Институт культуры. Вот. Работала много на профессиональной сцене, и когда время подошло, я перешла на педагогическую деятельность. Значит, вы говорили о народных танцах. Что это такое народные танцы? Ну, народные, у нас в России, как я говорила, называют народно-сценический танец, здесь характерный. Неотъемлемой частью этого стиля является классический танец, это база, потому что есть экзерсисы у танцевального станка в центре, но основной тоже это фольклорный танец, это характерный танец, как связующее звено между двумя стилями классического и фольклорного танца. То есть фольклорный танец, но более прогрессивный и в более таком профессиональном смысле этого слова. Существует ли во Франции школа народного танца? Специально школы народного танца я не знаю. Может, существует в Париже, может быть, есть какие-то коллективы в Марселе, может быть. Это, скорее всего, будет русский или украинский. Но, допустим, как я создала мой коллектив, уже 3 года существует ансамбль с репертуаром «Танцы народов мира». Я думаю, во Франции здесь тоже. Нравится ли французской публике народный танец? Ну, я думаю, наверное, нравится, раз есть у меня ученики, уже не первый год. И когда я организовываю концерты моего ансамбля, тоже нам удается заполнить зал, и люди уходят с концерта с хорошими позитивными чувствами. Что бы вы хотели пожелать людям, которые интересуются народными танцами? Ну, интересуется в каком смысле? Только посмотреть или попробовать? Потому что если им нравится смотреть, может быть, они могут прийти и попробовать. Это нет возраста для этого стиля, для своего удовольствия танцевать. И плюс я хочу сказать, что в школе вот мы открыли уроки народного танца на русском языке. Три возрастные группы. Пожалуйста, приводите детей или приходите сюда в балет-академию на французский язык.